его Кунлуни шансов не будет. А у Кунлуни шансы есть. Вот, пожалуйста, бросок, добивание и гол! Это гол, Перевалов. 4-3. Это Перевалов. Сегодня это первая шайба Перевалова в континентальной хоккейной лиге. А сколько народ там в Ярославле молодого и талантливого оказывается? 18-летний парень забивает. Дыбленко притормозил. Отдал передачу. Ошибка. И момент возникает. И 4-4. Кунлунь воспользовался ошибкой. И какой же красавец Перевалов. Да, это дубль Перевалова в концовке с ЦСКА, с чемпионом. Да. Да, это Перевалов. Перевалов остановился, пытается на руках обыграть Трейда Борна. И приносит победу своей команде. Кунлунь выигрывает у ЦСКА во второй раз в этом сезоне. У Перевалова дубль. Дубль и решающий булит. Камбэкс 1-4. Вчера камбэки были. Сегодня возвращение. И это все происходит в день 73-й годовщины Китайской Народной Республики.